Эй, добрый день, всем привет из солнечного жаркого Мичигана. Вот мы снова смотрим на дома. На этот раз мой пасынок Костин и его подруга Джесселин хотят купить дом. Мы сейчас в городе Сент-Джозеф. Узнал я мужика, который real estate агент, продавец недвижимости. Он когда-то у меня ковролин покупал, катается, похоже на Ривиане. Прикольно. За этот домик просят 339 тысяч, но он большой. И, естественно, намного лучше, чем те, что мы смотрели для Карли. Снизили цену на 10 тысяч, недавно было 349. Три спальни наверху. В общем, большой дом. Сейчас там все семейство ходит, рассматривает. Не знаю, если удастся еще чуть сбить цену. За 300 было бы здорово, но, наверное, это... Подъезд к дому такой не очень удачный, если маленький ребенок играется в мячик, мячик покатится на улицу. Это не очень хорошо, но так, в принципе, да, очень большой square footage, или метраж. Получается даже три этажа, то есть это вот главный этаж, это split level называется, раздвоенный уровень. Полтора этажа вверх, полтора этажа вниз, тут family room, офис, в общем, ходить... Лестница наверх, есть лестница вниз, еще лестница, еще в супер низ, там подвал. Дом построен тоже, наверное, в 80-х годах, я не смотрел. В начале 80-х, в конце 70-х. Большой. Не знаю, посмотрим. У Остина подруга с деньгами очень осторожно ведется, и у нее отец умер, оставил ей хороший кусок денег в инвестициях. Она эти инвестиции думает продавать и где-то 100 тысяч положить down payment на этот дом. Вот такие дела. Дайнинг рум и кухня. Спуск, очень много ступенек, это единственная проблема. Спуск к гаражу, тут такая странная комната. Обычно здесь стиралка, сушилка стоит, но в этом случае здесь нет. И здесь дверь в гараж. Гаража. На две машины с половиной большой гараж. Сенсора нет, не включить. О, here you go. Еще и потолок очень высоким, это классно. Это вот небольшой участок, все ограждено забором. Privacy fence. Ну вот как выглядит вариант этих bi-level homes. Спуск вниз, подъем вверх. Два этажа. И тут три спальни. Общий туалет на две спальни и свой туалет в master bedroom здесь. Небольшая ванна. Я в этом доме был. Мне кажется, доставлял мебель давным-давно. Большая комната. Ну, видите, все. Дом построен в 1990 году. Или мы ковролин меняли, или что-то. Здесь я был. Вот такие три спальни. Здесь полуподвал. Еще ступеньки в подвал. Смягчитель воды. Система отопления, охлаждения и нагреватель воды. Здоровенное подвалище. Да, и распределительный щит по модерновой. Поновее моего, это мне нужно будет менять. Джин. Уже даже генератор стоит, интересно. Вот семейная комната, family room, fireplace.
Еще одна дверь, выход на улицу. И здесь тоже. Half bathroom, половина ванная и laundry room. Много ступенек. Пожилым здесь тяжело жить. Я бы перенес стиралку и сушилку поближе к спальням, но там нет места. Вот такой домик за $339 000.